Вот не собирается в реакцию вступать. Вот не собирается. Ой, ёбарасоте. Ну ничего, зубная паста в помощь. Какая зубная паста? Обычная зубная паста, если он получится очень твердым. Да, наконец-то он закустел нормально. Так. Похоже на недоваренный пельмень. Приподними его. Сейчас помощью все его сорти соберем. Ну, а потом сиреневым будет. Я же еще прозрачный делать буду. Он еще и цокает, это офигенно. Он еще и цокает. Баночки клея. Это что такое? Это клей. Это клей. Как он долго идет. Он советский? Угу. Обычный конторский клей. Слишком дёлька вытекает. Это другого, второго делаешь из него? Да. Прозрачного. О, а тут баночку помягче выдавливается быстрее. Он должен получиться таким прям вообще прозрачным-прозрачным. Ну, я не уверена. Да. Thank you.
Обычная вода. Обычная вода. Вот тут надо быть предельно осторожным, чтобы меньше было пузыриков. Не было пузыриков? Меньше. Потому что если прям вот так взбалтывать, то очень много пузыриков будет, то не получится супер прозрачным. Да и прозрачным он в общем не получится. Так. Тетраборат. Тетраборатик. Ну, давай. О, реакция сразу пошла. На сосульку, походу. Ну это мыльная вода, чтобы он тянулся лучше. Так, у меня походу тетраборат одна баночка уже кончилась. Это печально. Давайте-ка ливнем еще раз. Да, делать прозрачные иллюзоны намного сложнее, чем вот эти вот. Не упадет. Давай, пускай. К сожалению, он не упадет. Вот, наконец-то реакция пошла. Превосходно. Приподними. Пена. Видите, вот это то, что с него течет? Да. Это и есть та вода, которая этот клей выделяет. Угу. И так со всеми прозрачными получается. Так. Так. А чтобы только они не смешались в данный момент. Выделяется, ну ок. Что мы тут? Что, не очень? Да не, он нормальный, но вот это когда его так вот жмякаешь, пока он воду выделяет, ёпарасоте. Это нормально, то что вот это, то что происходит сейчас, это нормально, но
Меня бесит то, что он воду выделяет. Мама, у нас есть салфеточки? Обычные. Да. Хоть какие-нибудь. Или туалетная бумага, ну, чтобы выйти где-то. То, что находится на нем. А еще он похож на зеркальный. Так, теперь делим на две части. Две части. Так, что у меня тут? Краснокраситель. Вот он. Так. Сомневаюсь, что этого сегодня я чисто себя с Винтусом. С Никиксом? С Винтусом говорю. Я не чувствую сейчас себя с Винтусом, который делает слайм. Ой, вот это было вообще, вот это красиво получилось. Подожди.
Блёстки офигенные. Я потом ещё белую флизу. Теперь флизу мы временно убираем. На камеру открывай.
такой мягкий был. Сейчас буду ручку складывать, сейчас не могу его размять только. Еще ручку Thank you.
Yesterday.